В Большом зале КСК КФУ «Уникс» состояло заседание ученого совета Казанского университета. О том, какие вопросы были на повестке дня, смотрите в нашем следующем сюжете. Перед началом заседания ректор Казанского университета Ильшат Гафуров вручил дипломы доктора и кандидата наук, дипломы и аттестаты о присвоении ученых и почетных званий Казанского университета. Далее заседание открылось с обсуждением вопросов на повестке дня. Среди них выборы заведующих кафедрами, конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, представление к присвоению ученых званий, выдача диплома доктора и кандидата наук и другие. Кроме того, ректор Ильшат Гафуров выступил с докладом об итогах работы университета за 2020 год. Этот же год он нас испытывал, и, как мне кажется, он заново мы научились по-настоящему ценить такие важные вещи, как помощь, взаимовыручка, внимание к коллегам, забота о близких. Вы знаете, что весной мы получили распоряжение перейти сразу на дистант, но тем не менее мы перешли на эту форму образования лучше всех. Также в рамках заседания были вручены ведомственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан отличившимся сотрудникам университета, после чего участники заседания почтили минутой молчания память ушедших сотрудников Казанского университета. Диана Шленкова, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.